Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые слушатели, студенты, аспиранты и все, кто ходит на наш курс «Научное ремесло», организованный факультетом биоинженерии и информатики совместно и при поддержке с фондом «Интеллект». Сегодня у нас особое занятие, как мы обещали вам, после целого блока лекций и семинаров на всевозможные темы, начиная от того, как готовить диссертацию, где искать гранты, как вообще выжить в этой науке, как выбирать лабораторию. Сегодня мы хотим, чтобы мы пообщались. То есть это будет менее односторонний формат, а двусторонний формат. Мы очень хотим, чтобы вы подключались с микрофонами и задавали свои вопросы глубоко уважаемым коллегам, которые согласились сегодня поучаствовать и поделиться своим опытом. Сегодня у нас первый круглый стол из двух. Он посвящен вопросам менеджмента, управления, руководства в науке, управления командами, управления проектами, всеми такими вещами, которые мы в теории занимались на прошлых лекциях, но сейчас настало время, возможно, перевернуть все с ног на голову. И, возможно, и вполне вероятно, я даже надеюсь на это, что личное мнение наших экспертов может противоречить тому, что мы с вами обсудили раньше, исходя из личного опыта преподавателей курса. Как сегодня будет организована наша работа? Для начала я прошу коллег, которые сегодня к нам присоединились, представиться, в первую очередь для того, чтобы было понятно, если у вас, дорогие слушатели, есть вопрос персональный, связанный с личным опытом именно этого эксперта, чтобы было понятно, как к нему стоит обращаться, чтобы никого случайно не задеть. Дорогие коллеги, пожалуйста, в любом порядке представьтесь, расскажите очень кратко, чем вы занимаетесь и как к вам следует обращаться. Так, ладно, давайте начнем не в любом порядке, а вот как здесь представлено. Егор Юрьевич, если да, добрый есть день, вопрос. Добрый день, коллеги. Да. Слышно, да, меня на всякий случай? Да, вас замечательно слышно. Ага. Плотников Егор Юрьевич, я заведую лабораторией в МГУ, в НИИ физико-химической биологии Белозерского. Обращаться ко мне, видимо, можно, Егор Юрьевич. Я являюсь профессором РАН, руководителем в данный момент гранта, ведущие лаборатории мирового уровня, большого гранта РНФ, ну и в прошлом руководитель многих грантов РНФ и РФФИ. Занимаюсь я в основном ишемическими патологиями, ну и также широким кругом того, что связано с ишемическими патологиями и способами их лечения, если говорить о моей науке. Ну вот, вкратце, наверное, все. Спасибо большое. Екатерина Нуждина с нами сейчас. Екатерина у нас представляет другую область деятельности, а именно взгляд со стороны индустрии. Да, спасибо. Меня зовут Екатерина, можно так и обращаться. Я работаю в коммерческой компании, руковожу разработкой биоинформатической в области онкологии, соответственно, мы разрабатываем разные МГС-тесты, вот, и в результате получаем отчеты для пациентов, в которых предполагаем, какая терапия максимально им подойдет по их молекулярным параметрам. Чем конкретно я занимаюсь? Я занимаюсь непосредственно разработкой биоинформатических пайплайнов, да, то есть тем софтом, который у нас как раз высчитывают эти молекулярные параметры из генетических данных. Плюс моя команда занимается также исследовательскими проектами, связанными с разработками новых методов в лаборатории, то есть это всякие оптимизации тоже около тестов, когда мы меняем какую-нибудь химию, которой мы делаем пробную подготовку образцов, когда мы меняем какие-то приборы, которыми используют лаборатория, соответственно, также для подготовки образцов. Вот. Ну и, соответственно, делаем наши пайплайны лучше, да, для того, чтобы выдавать точнее данные по пациентам, быть более чувствительными в каких-то методах и так далее. Спасибо большое. Мы переходим к Роману Владимировичу. Владимирович. А к вам, да, добрый день. Ко мне можно обращаться просто по имени. Честно говоря, я
предпочитаю, когда так делают, но поскольку работаю с медиками, они вот совершенно не воспринимают такой режим общения, так что сегодня буду, я надеюсь, отдыхать душой. Вот, я выпускник факультета биоинженерии и биоинформатики, сейчас работаю в Центре рентгенологии и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Наш отдел занимается организацией и анализом результатов скрининговых программ в как раз-таки в рамках здравоохранения Москвы. Это скрининги рака легкого, скрининги рака молочной железы. Сейчас мы разрабатываем программу по скринингу рака предстательной железы, в которую мы тоже собираемся включать и генетические тесты тоже, потому что текущие методы диагностики не позволяют с высокой точностью все это дело обнаруживать. В общем, мы много чем еще занимаемся, но это вот такие основные наши моменты. Спасибо. Всем большое. Да, у нас, судя по всему, есть проблемы с микрофоном у Антона Олеговича, поэтому если он с нами остается здесь, то ему личные вопросы можно будет, видимо, адресовать в чате. Если не останется, то, возможно, мы сможем пообщаться с ним в какой-то иной день. Поэтому предлагаю переходить уже непосредственно к сути нашего обсуждения. Предлагаю такой способ работы. Я здесь очертил общие фреймворк, общие вопросы, чтобы наши вопросы, которые возникают у студентов, аспирантов и слушателей из зала, не дублировались, а были все в рамках одной тематики и тем самым друг другу помогали, друг другу вступали в синергию. Я буду контролировать процесс, возможно, переключая вопросы, чтобы мы смогли с разных сторон рассмотреть сегодняшние тематики, чтобы мы успели все три темы рассмотреть, и чтобы у нас еще осталось минут 10 на вопросы, которые пойдут не под запись, если такие будут в самом конце занятия. Я буду вкидывать для затравки, для разогрева первый вопрос каждой тематики, а затем я надеюсь, что все остальные вопросы уже будут со стороны слушателей, и мое участие, мои личные интересы останутся на заднем плане, а мы в первую очередь будем обсуждать то, что интересно вам. Первая тема, которую я сегодня думаю, что мы обсудим, это именно место, время того, как ученые, которые пришли в науку, чтобы вообще говоря изучать какие-то вещи, делать открытия, заниматься для них любопытными вещами, вообще люди становятся руководителями. И мой вопрос, разогревочный такой для начала, следующий. Если посмотреть на текущие реалии как индустрии, так и академии в R&D-отделах, может возникнуть впечатление, что продвижение по карьерной лестнице напрямую завязано с принятием на себя управленческих обязанностей. Коллеги, по вашему опыту, так это или не так, и насколько это правильно или неправильно? Я думаю, что я не буду вызывать экспертов в названном порядке, но если вам есть что сказать, я буду очень рад, если поделитесь своими мыслями на эту тему. Егор Юрьевич? Александр, у меня были небольшие проблемы со связью. Повторите часть про карьерную лестницу, я просто не полностью расслышал ваш вопрос. Вопрос такой, один из разогревочных. Если посмотреть на вакансии, посмотреть на то, как устроена вообще наука, может у наших слушателей, если они прослушали наши, в том числе, лекции, может сложиться впечатление, что продвижение по карьерной лестнице в любом ресерче, в любых исследованиях, оно напрямую сопряжено с принятием на себя управленческих функций. Вот насколько это впечатление истинное или ложное, и насколько это хорошая практика, на ваш взгляд? Насколько хорошая эта практика, мне пока оценить сложно, но по моему опыту и опыту окружения, да, это правильное впечатление, и продвижение, по крайней мере, в той области, где кручусь я, то есть это чистый ресерч, оно сопряжено обязательно и, наверное, как минимум ассоциировано, а может быть и причинно-следственно связано с взятием на себя административных функций. Я не думаю, на самом деле, если прям совсем глубоко и честно, что это действительно очень хорошо, но это вот так есть. Вот, потому что, конечно, это частично убивает ученого, но пока это вот так. Так, у нас есть вопрос из зала, я так понимаю, Юлия Антоненкова.
Можете его задать. Видимо, не работает микрофон. Пока подождем. Я думаю, что пока мы ждем вопроса от Юлии, мы можем послушать мнение, возможно, другое, возможно, то же самое от других экспертов. Екатерина, а как обстоят дела в индустрии? Насколько продвижение по карьерной лестнице также сопряжено с взятием на себя менеджерских функций? Насколько можно стать самым крутым разработчиком, но при этом не руководить никакой командой и все еще постоянно повышать свой статус и свой, возможно, уровень вознаграждения? Или это напрямую завязано на то, что нужно начать руководить кем-то? Сегодня, видимо, у меня общие проблемы со связью. Тем временем, я так понимаю, Юлия подключилась. Юлия, у вас был вопрос? Юлия, нас слышно? Видимо, пока вопрос все еще откладывается. Тогда, Малдирович, ваше мнение на этот каверзный вопрос от меня, пока они от аудитории? Можно просто, Роман Александров, я вас умоляю, ну серьезно. Да, хорошо, извините, вы же сказали, вы же предупредили, я такую свинью подложил. Да, прошу меня. Да, все в порядке. На самом деле я полностью согласен с Егором Юрьевичем, он абсолютно прав. Единственное, что хотел бы добавить, что сейчас в связи с геополитической ситуацией все немножко меняется. Сейчас такая вещь происходит, если зайти на любой там technology сайт русскоязычный, то наблюдается такой очевидный тренд, что русские ученые разработали то-то, русские ученые впервые сделали все-то, то есть какое-то очень повышенное внимание к достижениям именно вот нашим отечественным разработкам. И в нашем центре это тоже наблюдается, несмотря на всю закостенелость медицины как отрасли и всю регламентированность того, что здесь происходит. И здесь действительно карьерное продвижение – это вещь, которая тоже, опять же, четко регламентировано. Те люди, которые хоть чего-то делали самостоятельно, несмотря на то, что они никогда ничем не управляли, сейчас очень серьезно продвигаются. То есть сейчас какое-то такое окно возможностей, на самом деле. Вот можно продвигаться по карьерной лестнице именно сейчас, если вы даете хороший продукт и если вы никем не управляете. Очень интересная точка зрения. Спасибо большое. Так, Екатерина, если вы вновь с нами. Вопрос от меня, один из затравочных, был, насколько в индустрии продвижение по карьерной лестнице напрямую связано с взятием на себя управленческих функций. У нас было мнение из Академии, что да, действительно, хотя вот Роман нам поведал некоторые новости. А как это в индустрии? Так, Екатерина все еще не с нами. Хорошо. Возможно, пока что у коллег из зала есть вопросы к двум экспертам, которые с нами на связи. На вот, собственно говоря, тему того, стоит ли быть такой системе, как в ней быть. Или пока нет таких вопросов. Хорошо, пока мы ждем подключения Екатерины, тогда я задам еще один вопрос в рамках этой же тематики. А когда вообще ученый, придя в эту всю сложно устроенную штуку под названием наука, должен задуматься о том, чтобы прокачать в себе навыки управленца, и когда ему стоит начать брать на себя этого рода обязанности? Роман? Как вам кажется? Ну, здесь у нас, опять же, есть там четкие требования к квалификационные, к определенным должностям. Допустим, уже начиная с позиции научного сотрудника, там есть управление там рабочей группой или проектами какими-то. По-моему, оно входит в должностные инструкции, совершенно официальные, принятые в нашей стране. Собственно говоря, мне кажется, ну, то есть это какой-то такой поступательный процесс. Так или иначе, ты потихонечку, растя в квалификации своей, начинаешь
передавать свои знания кому-то, управлять какими-то проектами. Александр, вы же тоже наверняка не один работаете, да? Что-то такое вот и студентам помогаете, ну и, собственно говоря, ведете какие-то такие очень даже масштабные проекты, которые один ты не поднимешь. Ну, то есть это так или иначе, это какая-то необходимость. Рано или поздно ты встаешь перед задачей, которую решить можешь только если в составе команды будешь это делать. Спасибо большое за мнение. У нас еще один пинг в сторону Екатерины Нуждиной. Екатерина, сейчас вы с нами, вы нас слышите? Вам уже да, я с вами, прошу прощения. Да, здесь был вопрос один от меня, в плане затравочный, насколько в индустрии, так же как в академии, продвижение по карьерной лестнице напрямую завязано на взятие на себя управленческих функций. Ну, смотрите, здесь, наверное, действительно интересный вопрос, потому что в коммерческой такой разработке, мне кажется, есть, возможно, два направления. То есть либо вы становитесь менеджером, да, который руководит какими-то проектами, руководит командой, ставит цели, иногда тоже, может быть, сам что-то анализирует, либо вы становитесь специалистом, экспертом в какой-то области, да, то есть можете либо пытаться развиться в какой-нибудь теме, ну, предположим, там, не знаю, стать крутым специалистом в анализе мутаций, да, можете пойти в такую более широкую, скорее, тему, да, и вести проекты по разработке пайплайна, там, интеграции каких-то новых систем. Вот, поэтому я бы сказала, что в коммерции, наверное, возможен рост и без такой взятия ответственности в качестве... Спасибо большое. У нас под конец немножечко стала теряться связь, но я так понимаю, что ответ в целом получен. Коллеги, если у вас вопросы, которые, возможно, дополняют то, что мы только что услышали от экспертов, по общей тематике того, как происходит становление менеджером, когда стоит начать об этом думать. Потому что если у зала нет вопросов, нет, я, конечно, могу продолжить работать за зал, но суть нашего сегодняшнего вечера все-таки не в этом. Ладно, пока у нас нету желающих, возможно, голосом или текстом за вопрос, у нас был один вопрос из чата, который, я думаю, мы позже вполне сейчас задать. Он в целом связан с тем, что мы только что обсудили, что на самом деле в индустрии есть карьерные траектории, которые не совсем обязательно значат, что я хочу заниматься исследованиями, наукой, разработками, чем-то высокотехнологичным, значит, я должен руководить командой. Тут есть еще один вопрос в этом же направлении от нашего слушателя АС. А какие вообще особенности работы в индустрии по сравнению с работой в академии? Вопрос очень широкий, поэтому, я думаю, здесь можно ответить тем, что вам лично кажется наиболее значимыми особенностями. Ну, здесь, наверное, есть момент, связанный с тем, что все-таки коммерческая компания — это в первую очередь бизнес, да, соответственно, цели, которые стоят, что перед разработкой команды биоинформатиками, что как перед менеджером биоинформатиком — это то, что сказал бизнес, да, там, условно, например, уменьшить стоимость теста или ускорить этот тест. И это не всегда далеко, может быть, вам интересно, да, в качестве какого-то исследователя, да, заниматься такими задачами. Чаще всего задачи действительно более технические, но вот у нас, например, в компании иногда бывают достаточно такие исследовательские проекты тоже. Вот, какие еще могут быть отличия? Ну, еще отличия, связанные с биоинформатикой, например, это качество кода. Вот, в коммерческой компании, особенно если мы говорим уже о такой продуктовой разработке, то коду выдвигаются другие требования, чем те, которые у нас есть в разных научных проектах, да, то есть если мы делаем какое-то исследование, там, например, для статьи либо для какого-то небольшого проекта, то у нас, скорее всего, есть какой-то временный код, ну, который нам, наверное, нужно выложить в репозитории, чтобы у нас приняли статью. Но в целом нам просто важно, чтобы вот он работал, да, и воспроизводил те результаты, которые мы
получили, да, на этих данных. Если мы говорим о продуктовом коде, то там нужно уметь писать тесты, нужно уметь писать код понятный, простой, да, для того, чтобы другие информатики, разработчики его понимали, для того, чтобы его легко было поддерживать, просто изменять. Ну и, соответственно, еще такое отличие, что если мы говорим тоже о продуктовом биоинформатическом пайплайне, то, например, существуют требования, которые нам навязывает сертификация, то есть есть всякие государственные ограничения, что нужно делать с кодом, которым клинических пациентов. Вот. И любое изменение у нас сопряжено там, с большой проверкой, насколько мы хорошо это делаем. Да? То есть любое изменение биоинформатического кода будет происходить там, сильно дольше, чем если бы вы его писали там, сами для себя. Ну. Спасибо большое за очень развернутый ответ. Коллеги, есть ли вопросы еще в рамках этой тематики? Не стесняйтесь, пока что в основном я говорю, хотя я думаю, что я смогу вопросы эти задавать и не в рамках этого занятия. В первую очередь ждем вопросов от вас. Ладно, пока вы собираетесь с мыслями, я тогда сделаю еще один вброс. Очевидно, что руководителям, хотя и нужно становиться, это зашито в рамках обязательств научного сотрудника, как нам Роман поведал, и старшего научного сотрудника тем более, и дальше. Однако очевидно, что когда вы становитесь научным сотрудником, вам выдают трудовой договор, вам сразу же к нему не выдают команду и прочее. Это происходит как-то не так согласованно. А как это происходило у вас, как это происходит вообще? Егор сейчас, Егор Юрьевич, руководитель большой группы. Как получилось, что вы стали руководителем большой группы? Ясно, что это происходит не единомоментно, и никто сверху не приходит и не говорит, эти 20 человек теперь под вами вперед. Как это происходило в вашей жизни? Ну да, собственно, я тут тоже согласен с Романом. В общем, это происходит поступательно, более-менее естественный процесс, то есть даже аспирант уже, в принципе, начинает там руководить каким-то студентом, там, даже дипломником, потом он становится не аспирантом, там, а научным сотрудником, постдоком, и уже сам руководит аспирантом. Опять же, это в значительной степени завязано на задачи, то есть если аспирант или дальше там научный, старший научный сотрудник ставит себе все более широкую задачу, очевидным образом он уже не может руками все это успеть, и, соответственно, ну, как это я, собственно, описываю, да, примерно то, как происходило у меня и как я это вижу в своем там ближайшем окружении, он, соответственно, берет себе более старших, так сказать, офицерский, старший, средний офицерский состав, а они себе там, опять же, студентов. То есть вот это нарастание, оно такое абсолютно постепенное, эволюционное и, на мой взгляд, ну, как нормальное, и, в общем, так и, наверное, должно происходить. Спасибо большое. У нас есть вопрос из зала. Я думаю, что он отлично уже вписывается в переход к следующей теме и по времени, и по контексту. Именно обсуждение того, как устроены команды в академии, как с ними работать, потому что, как я думаю, уже стало ясно из прошлых ответов, этот вопрос интересный, то как научная команда возникает, как она поддерживается и как достигается продуктивные отношения в этой команде, которые позволяют проект выполнять предсказуемым и продуктивным способом. У нас есть вопрос от Ивана из зала. Как много времени уходит вот, у вас, у других менеджеров, на разруливание конфликтов в команде? И уходит ли вообще, есть ли вообще конфликт? Роман, есть ли у вас конфликт, и как много времени у вас уходит на их разруливание? Как это сильно сказано? Ну, я думаю, что здесь это, опять же, это специфика медицинская. Дело в том, что эти люди, они очень долго учатся. Они учатся 6 лет сейчас вот, в университете. После этого они, это просто врач общей практики, терапевт. Он может работать в поликлинике и все. Им дальше надо проходить специализацию. В зависимости от того, какую они специализацию себе выберут, это может занимать еще несколько лет обучения.
совершенно рабских условиях, они просто никто, они испытывают кучу там унижений и все такое прочее. В итоге к 30 годам это люди, которые еще толком не жили. Вот. И, соответственно, несмотря на то, что они прошли через много что, они видели много смертей, многих из них на руках уже, там по несколько десятков трупов, собственно говоря, при этом, при всем, у них есть некая такая, скажем, инфантильность. И эта инфантильность, она очень так серьезно выражается в общении друг с другом. И поэтому сколько времени лично у меня уходит на разруливание конфликтов, а у нас по медицинским меркам у нас дико сплоченный коллектив. Вот все 20 человек, которые у меня в отделе, они все друг друга любят искренне. Вот. И несмотря на это, у нас постоянные какие-то вот эти вот... Они сами себя называют детский сад и Роман Владимирович. Причем им там от там, 25 до 38 лет. Собственно говоря, вот. Так что да, это действительно это очень такая существенная часть жизни и работы менеджера. Егор Юрьевич, у вас возникают конфликты, и насколько часто они возникают, и какую часть работы они у вас отнимают по времени? Да, ну у меня, не знаю, это правило нашего мира или какое-то исключение. Я Роман, еще раз убедился, что я правильно не иду в медицину, да, вот именно потому, что вы описали. Ну, собственно, да, я это видел именно по тем причинам, по которым вы сказали, вот эта вот, так сказать, рабская некая иерархия, которая там зашита просто в медицинский мир. Нет, конечно, конфликты возникают. На самом деле, мне кажется, что как у руководителя именно основная задача, я понимаю, что насколько она трудная, легко сказать, что давайте вот так вот сделайте, насколько трудно это сделать, но мне кажется, что задача именно тратить время не на разруливание, а на предотвращение конфликтов. Ну, по крайней мере, я стараюсь вот добиваться именно этого. То есть, безусловно, как руководитель, ну, теперь уже достаточно высокого уровня руководитель, под которым, ну, длинная лестница иерархическая, я эти конфликты вижу более-менее, как когда они зарождаются. То есть я не могу сказать, что их нету. Они есть, ну и, наверное, это невозможно, чтобы коллектив разных людей, пусть даже объединенных идей, он совершенно вот не конфликтовал. Но я просто стараюсь сделать так, чтобы они не развелись вот в нечто совсем фатальное для, собственно, продуктивной работы и продукта, выхода продукта. Ну, поэтому мне кажется, что в моей вот практике все-таки я не трачу очень уж много времени именно и на разрешение, и на предотвращение. То есть как-то все-таки это не основная часть, хотя они есть, и их приходится как-то решать. Спасибо большое, Екатерина. А как с конфликтами борются в индустриальных сеттинге? Еще? Ну, здесь, наверное, тоже что стоит сказать, что, наверное, чем-то история похожа с медиками в среде биоинформатиков, да, что таких специалистов, скажем так, не очень много, вот, хороших специалистов еще меньше, поэтому внутри команды людей все считают себя очень классными, и часто это как действительно заслуженно. Вот. Но и это приводит к тому, что достаточно часто в работе бывает такой конфликт мнений, да, когда специалисты между собой не могут договориться, да, чье мнение правее, вот, кто там более экспертный и что нужно делать. Вот. Но я бы сказала, что чаще всего такие моменты, наверное, разрешаются как-то сами собой. Вот. Не то чтобы в этом активно принимают участие менеджеры, да, то есть просто люди как-то аргументированно пытаются разрешить ситуацию, скажем так. Иногда бывает, что скорее конфликты между командами какие-то есть, да, когда непонятно, условно,
кто делает эту задачу, кто ответственный. И там вот начинается перекладывание с одного человека на другой, и это уже приходится, естественно, решать менеджерам, да, на ком как бы ответственность за проект, кто какие задачки делает и так далее. Спасибо большое. Мы получили очень много мнений и очень развернутый ответ на вопрос Ивана, и за это время у нас накопилось еще большее количество вопросов из зала, что очень хорошо. Ребят, вы вполне можете поднимать руку и микрофон включать и задавать голосом. Я думаю, это нас немножко больше сблизит. А сейчас это все еще как на лекции. Есть какие-то суровые говорящие головы и тихий, скромный зал. Я сейчас зачитаю те вопросы, которые сейчас накопились, а дальше вы, в принципе, можете поднимать руки и говорить. А не поняли, как это делается? Ну, вы можете, у вас есть кнопочка включения микрофона, вы можете включить и сказать что-нибудь. А если вы с компьютера, то в нижнем правом углу есть кнопочка «Поднять руку». Как с телефона, к сожалению, не знаю. Возвращаясь к вопросу, вопрос от Дарьи. К вам, как всем, как к лидерам команд. Какие качества должен иметь человек, чтобы попасть к вам, вот лично к вам в команду, я так понимаю? Дарье хотелось бы услышать именно про уровень образования. Есть ли у вас какие-то критерии, какой минимум курс, например, чтобы попасть к вам в команду, или какие-то личностные качества, которые определяют, уйдет человек в вам в команду или нет. Екатерина, давайте мы начнем этот раз с вас. Кого вы к себе в команду берете, а кого нет? Здесь, наверное, я скорее смотрю на soft skills человека. То есть понятно, что человек должен примерно понимать, что в области происходит, да, есть какие-то такие базовые вещи, что он там должен иметь представление о молекулярной биологии, знать там, что такое ДНК, РНК и там прочее, вот, иметь какое-то представление о том, какие есть основные шаги в НГС-анализе, вот, что-то немножко, естественно, попробовать делать руками там в биоинформатике, уметь писать какой-то, ну, хотя бы приблизительно человеческий код, вот. Но прям хороших специалистов в области НГС мало, вот. Ну, и там большая часть уже у нас находится, скажем так. Вот, поэтому в людях в первую очередь смотрится, чтобы ребята подходили в команду, да, ну, и в целом по софт-скиллам, да, чтобы было нормальное общение внутри. Плюс мы смотрим на то, как человек думает, да, то есть он не обязан знать какие-то моменты, да, какие-то там, не знаю, специфические программы, специфические скрипты, там еще что-то, но он должен мочь как бы до этого дойти, используя те знания, которые у него есть. Спасибо большое. Егор Юрьевич, а вы как-нибудь отсеиваете людей, которые к вам хотят прийти и работать в команду? Ну да, у нас, конечно, поскольку наука имеет свои определенные нюансы, в первую очередь, ну, по крайней мере, вокруг моей области, может быть, где-то уже все значительно лучше, это нюансы финансовые, поэтому есть некоторые проблемы с тем, чтобы прямо вот выбирать, как на рынке, претендентов, поскольку очень высококачественные специалисты требуют высокого финансирования, которое в науке пока у нас не везде есть. Вот, поэтому, если говорить, ну, конкретно про мою команду, ну, поскольку это, опять же, как я сказал, там команда от студентов до научных сотрудников, то, скажем так, я стараюсь просто не брать совсем маленьких студентов, назовем это так. То есть я стараюсь брать тех, кто уже получил некий навык там либо в других лабораториях, хотя бы так, либо на практикумах. Вот, то есть чтобы люди могли работать руками и головой, ну, на уровне там студента четвертого курса нормального. Вот, наверное, это вот из таких жестких более-менее требований основное. Ну и второе, оно связано с вашим предыдущим и нашим обсуждением предыдущим про конфликты. Я очень большое внимание уделяю неконфликтности человека и его, ну, способности, вот, по крайней мере, на первых собеседованиях и там
общениях и каких-то тестовых заданиях, занятиях в лаборатории, увидеть, что человек способен хорошо общаться с окружающими. Ну, как минимум со мной, но желательно, чтобы и с другими людьми. То есть это не обязательно конфликтность. Иногда люди просто вот, ну, с трудом, так сказать, коммуницируют. И, ну, для меня это тоже некий тревожный звоночек о том, стоит ли брать такого человека. Потому что, ну, вот для меня я одним из первых пунктов ставлю то, чтобы человек мог нормально коммуницировать. Дальше научить его почти всему, что мы умеем, ну, в рамках вот того, что его научил университет, мы можем. А вот умению коммуницировать обычно уже не удается, если его нет. Спасибо большое. Роман, есть ли в медицине какие-то свои особенности с тем, кого вы набираете в команду? Может быть, формальные, связанные именно с тем? Ну, сейчас прошлись просто по мозолям мне, потому что мы сейчас именно, да, проводим наборы, и у нас, вот, например, нет таких проблем, как озвучил Егор Юрьевич, потому что, ну, во-первых, наша организация в мире медицины, она одна из самых авторитетных, и зарплаты, которые мы предлагаем, они, мягко говоря, это самое, конкурентоспособные. То есть все в этом отношении хорошо, к нам идут валом, пытаются устроиться, но здесь вот опять же натыкаюсь на специфику медицинских сотрудников, потому что они, как правило, работают именно в контексте того, чему их научили. Они очень боятся, как правило, делать шаг куда-то в сторону. А мы сейчас ищем именно людей, которые способны на это. Потому что сейчас рентгенология, она переживает такой как бы переход, выход на следующий этап. Очень сильную роль начинает играть искусственный интеллект. И поэтому требования совершенно другие. То есть ты не должен быть только рентгенологом, ты должен и в искусственном интеллекте тоже разбираться, ты должен уметь хотя бы читать эти статьи. Очень важный момент, кстати, медики, оказывается, не умеют разговаривать на английском. У них курс английского в течение одного семестра на первом курсе. И все, больше ничего. И они поэтому как-то вот в контексте исключительно русскоязычной литературы существуют. Это тоже грустный момент. Но суть в том, что да, мы сейчас вот пытаемся набрать на разные позиции сотрудников, и к нам приходят люди, которые там организовывали скрининги там чего угодно где-нибудь, я не знаю, в Челябинской, например, области, и они все здорово знают по онкологии и по всему прочему, но даешь им статью про искусственный интеллект почитать на английском языке, и все, и человек не способен. И это на самом деле грустненько. Я сейчас вот хочу воспользоваться случаем. Мне кажется, что выпускники факультета биоинженерии и биоинформатики со своим набором скиллов и, в принципе, умением как-то вот адаптироваться к разным задачам вполне себе могут у нас, ну, то есть благоухать практически, извините за такие выражения. Так что если вдруг кому-то будет интересна какая-нибудь работа, пожалуйста, обращайтесь, мы рассмотрим ваши позиции. Да, я тут еще добавлю, что не только выпускниками РБ едиными, нас слушатели со всего МГУ, мы этот курс делаем для всех желающих из МГУ, а параллельно с этим курсом фонд «Интеллект» организует также еще очень большое количество свободных бесплатных курсов по применению искусственного интеллекта, ну, вообще где угодно. У нас есть курсы и про иммунологию, искусственный интеллект, и про искусственный интеллект в химии, поэтому, уважаемые слушатели, вы только что услышали прям простроенный карьерный путь. Вы слушаете лекции интеллекта, и потом приходите к Роману и говорите, хотим у вас работать, и все у вас будет хорошо. Отлично. У нас был еще вопрос дальше из чата, который перекликается с тем, что Игорь Юрьевич нам сказал. Игорь Юрьевич сказал, что, в принципе, научить кого-то, кто умеет общаться, не конфликтен и хорошо расположен, несложно. И вот как раз-таки вопрос в чате был. В случае с набором студентов и аспирантов, много ли ресурсов уходит на обучение этих людей? И как эти ресурсы восстанавливают? Как за них отчитывается и кому? Так, вот такой сложный вопрос, Егор Юрьевич, что вы можете на это просто ответить? Вообще, ну, да, ресурсов... Да, это моя больная мозоль. Ресурсов уходит прорва, конечно. Ну, собственно, что, более-менее у нас понятно, я частично слышал и ваши, Александр, лекции, понятно, нынешняя, по крайней мере, система финансирования науки, она у нас по большей части грантовая. Вот, поэтому, грубо говоря, эти ресурсы заложены в
там, траты на некую задачу. То есть обычно я, собственно, даже так прямо студентам и говорю, что когда мы вас берем, мы там первые полгода в вас только вкладываемся, какие бы знания там у вас не были, ну, понятно, я, конечно, сказал, что всему можно научить, но уж совсем нулей мы стараемся, конечно, не брать, потому что это будет очень тяжело. Вот. Но в первые полгода мы вас складываемся, потом мы ждем, чтобы вы начали отдавать это в виде реализованных научных задач нам. Вот. Ну и, собственно, вот примерно так это размазывается. То есть я понимаю, что задача стоит не столько, сколько она стоит, если бы ее взялся выполнять там сразу готовый там постдок или старший научный сотрудник, а еще с учетом того, что она потребует обучения студента или аспиранта на это. Ну, к сожалению, даже аспирантов приходится все равно чему-то учить. И, соответственно, опять же, то, что я сразу же озвучиваю всем, кто к нам приходит, что обучение и ваше продвижение дальше будет именно поэтапное. То есть мы вас научили чему-то, методики там, ну, конечно, обычно это не совсем так, что узко одной методике, одному методу там накапай и все, ну, некому блоку. И теперь мы ждем от вас, чтобы вы этот блок реализовали в виде выполненной задачи, которая там войдет в наш грант, и мы сможем эти деньги, так сказать, отчитаться за эти деньги. И лишь после этого мы готовы вас учить там следующему блоку. То есть так, что вы придете и будете только учиться, у нас не получится. Ну, вот, собственно, это то, что я озвучиваю студентам, и так, как я и строю работу. Спасибо большое. У меня есть производный вопрос, который я хочу адресовать Екатерине. Екатерина, а в индустрии часто ли вы берете людей на вырост и обучаете их в надежде, что это потом станет возвратом инвестиций? Короткий ответ – да. Это как раз связано с тем, что достаточно мало специалистов с опытом в области, которые готовы там работать в коммерческой компании. Часто, кстати, вот такие хорошие специалисты, да, про которых я говорила, что можно либо развиваться в качестве такого эксперта, либо в качестве менеджера, хорошие эксперты иногда уходят в науку, да, то есть они там поработали какое-то время в коммерческой компании, поднабрали каких-нибудь скиллов или там работали в разных проектах, но потом как-то душа поэта требует их все-таки больше творчества, вот, и, соответственно, ребята из коммерции приходят обратно в науку. Вот, поэтому, так как спецов не очень много, и мы это понимаем, конечно, мы берем ребят, которые разумные, да, вот, которые умеют думать, которые по софт-скиллам подходят да, для работы в команде. И в целом даже если люди уже такого, ну, скажем, среднего опыта, да, и имеют какие-то скиллы, все равно у компании есть своя специфика, не то что у коммерческой области, а просто у компании, да, у каждой конкретной компании. Поэтому мы всегда закладываем, что там первые, возможно, даже 2-3 месяца человек будет просто обучаться, понимать вообще, как что работает, какие есть системы, с кем можно общаться, какие есть правила там разработки и так далее. Поэтому в целом, наверное, любого сотрудника нового, который к нам, которого мы берем, да, у него тоже есть вот этот момент обучения вначале как чем-то специализирован, так и какой-то специфики работы в компании. Вот, совсем джунов, наверное, мы не берем. Здесь есть всегда какой-то такой баланс между тем, да, когда человек сможет выдать что-то полезное, да, в качестве продукта компании, сколько мы потратим сил на его обучение. Вот, если в целом как бы эти силы оправданы, тогда ну, и человека с небольшим опытом разумного мы тоже можем взять. Спасибо большое. Думаю, можем идти дальше по вопросам, которые у нас накапливаются. Накапливается все больше вопросов. А вопрос, видимо, наверное, на мой взгляд, связан с личным опытом спрашивающего, либо с его опасениями. Увольняете ли вы сотрудников за слабую работу? Или же эффективнее для коллектива попытаться использовать их в другой роли в команде, чем выгонять? Екатерина, увольняете ли вы людей, или вы пытаетесь сначала их переставить на другие роли? Здесь как раз в связи с предыдущим вопросом, да, и ответом, что ну, человека, которого вы берете там, в компанию, в команду, куда-либо, вы уже потратили время
для того, чтобы его обучить, к нему притереться, да, то есть у него уже вложены там деньги, усилия и так далее, поэтому, конечно же, цель этого человека все-таки найти ему какое-то применение. У меня вот тоже есть такой личный опыт. Мой начальник передал, скажем так, сотрудника из другой команды со словами, что вот что-то он там не прижился. Вот, давай посмотрим, куда его можно применить. Мы этого сотрудника взяли, и оказалось, что он совершенно чудесный сотрудник, он выполняет все задачи, но просто вот в предыдущей команде он был не на своем месте. Да, у каждого есть какой-то набор задач, которые он делает хорошо, которые у него получаются, которые ему нравятся и так далее, и есть набор задач, которые у него там не выходят или его там раздражают. Соответственно, в целом, наверное, не каждого, но я думаю, что большинство можно найти такие задачи, которые действительно нужны бизнесу, и которые этот человек умеет выполнять хорошо, и они у него не вызывают раздражения, и найти ему применение. Да? Просто вот что-то специфическое в человеке, например, он там не любит какие-то монотонные задачки, но зато он отлично что-то исследует, или наоборот. Он там исследовать не любит, его раздражает там вот эта хаотичность, неопределенность, он хорош там в монотонных задачах кодинга. Поэтому короткий ответ, да, стараемся этого человека все-таки применить в любом месте, но если уж совсем не сходимся, то тогда увольняем. Скорее даже не из-за каких-то скиллов, хардов, увольняют скорее вот из-за софт-скиллов, да, что человек там, совсем не уживается в команде, не находит общего языка с менеджером, конфликтный, вот как тут уже говорили, это достаточно сложно с таким человеком работать долго. Спасибо большое. Игорь Юрьевич, Роман, вам есть что добавить со стороны Академии по этому вопросу? Как происходит покидание человеком команды в ваших случаях? Вынужденное покидание. Я первый тогда. Я как раз хотел сказать, что увольнение, наверное, для Академии не очень правильный термин, поскольку часть здесь — это студенты, часть — это аспиранты, и, в общем, и финансирование у нас тоже такое, то мы расстаемся с людьми. Это действительно бывает, хотя в целом я согласен с Екатериной, я тоже считаю и стараюсь делать именно так, как она сказала, то есть попытаться найти человеку более адекватное применение, опять же, свою роль как руководителя я в том числе вижу в этом, чтобы понять, что он может делать хорошо, и перенаправить его на это вместо там попыток научить его или заставить его делать то, что у него не получается, или он не умеет, или ему не хочется. Другое дело, что, среди моих сотрудников, моей команды, бывает так, что человек не хочет, так сказать, принимать эту новую роль. Я не знаю, мне кажется, что и у Екатерины это наверняка тоже такое может встречаться все-таки, что ты-то видишь, что он бы хорошо выполнял вот эту другую задачу, здесь был бы, а он вот считает, что нет, он велик вот в этом и будет биться головой и терроризируя и себя, и коллектив, пытаясь делать то, что ему, в общем, не свойственно и что он делает не очень хорошо. В этом случае приходится расставаться. Вот. Со студентами это чаще просто потому, что они там ленивые или перегорели, приходится расставаться. С более старшими сотрудниками после попыток их перенаправить бывает, что приходится расставаться. Здесь есть вопрос, который позже в чате появился, который очень хорошо ложится на контекст. Вот если мы говорим про студентов и про то, что с ними расстаются, потому что они перегорели. Есть вопрос от Анны. Насколько часто практика, когда научный руководитель явно дает понять, что студент-аспирант не тянет, и, может быть, ему поискать что-то еще, сменить тему? И должен ли вообще научный руководитель такое говорить, или студент должен сам дойти до этого и сам уйти? Это, конечно, сложный вопрос взаимодействия того, как
Ну, если говорить про меня, то да, я стараюсь как бы с одной стороны студенту намекнуть, что ли, но, наверное, прямо так вот в моей практике я прям не говорю, что ты не тянешь, давай-ка ты... То есть скорее это, опять же, поступательно происходит, что вот, вот есть проблема, задача, вот как бы, ну и потихонечку, когда студент 10 раз такое услышал, ну, в конце концов, наверное, ему все-таки, если он или не осознал, или не захотел осознать, ну, тогда ему приходится уже сказать, что нет, наверное, мы не готовы продолжить наше сотрудничество. Спасибо большое за ответ. Движемся дальше. Был вопрос от Георгия, следующий. Я думаю, мы его адресуем, эти романы мы его адресуем. Георгий спрашивает, чем, на ваш взгляд, отличается работа менеджера ученого от работы менеджера коммерческой области? У нас в целом в качестве менеджера коммерческой области Екатерина, но она в том числе еще и отчасти почти ученый. Есть ли вообще какая-то разница? И поэтому, давайте спросим не Екатерину, а спросим людей со стороны. Как им кажется, есть ли какая-то разница между двумя этими ипостасями менеджеров? Ну, это, кстати, очень удивительный, своевременный вопрос. У нас недавно была встреча с представителями ИТМУ. Они сделали там себе этот мега-факультет, на котором какое-то запредельное количество людей у них. Они привлекли там, я не знаю, какие-то вот 600 миллионов, что ли, инвестиций только грантами. В общем, там они много хвастались. И здесь я обнаружил вот эту удивительную разницу именно в требованиях к конечному результату. Потому что вот там сидел директор этого института, и мы задали ему вопрос, ну хорошо, вот вы получаете эти средства, что дальше, какой конечный продукт вы подаете? Он говорит, ну там, я не знаю, ну там статьи какие-то напишем, и все. И когда ты... Дело в том, что ДЗН, Департамент здравоохранения Москвы, он здесь больше ближе именно к своим функционированиям, к коммерческой организации, потому что здесь вот такие вот безвыхлопные проекты, которые, может быть, даже завершились какой-нибудь очень рейтинговой статьей, они никого не интересуют. Здесь главное — это выдать продукт, который можно будет непосредственно уже имплементировать в непосредственную практику. Причем не когда-нибудь в отдаленном будущем, как вот с разработкой лекарств это происходит, да, и нужно, чтобы это можно было сделать уже здесь и сейчас. То есть, я не знаю, в ближайшей перспективе, три года максимум дается на то, чтобы пройти всю вот эту самую, всю дорогу от какой-то идеи до уже выхода на рынок непосредственного использования на пациентах. И когда ты вот в этом хотя бы немножечко поварился, то такие вот ответы, они вызывают некоторую отрыв. И мне кажется, это вот ключевая разница между академией и, по сути, вот, коммерческой областью, либо вот как здесь, вот, такой более практикоориентированной индустрии. А Екатерина, если вы все еще с нами, ваш опыт, ваше мнение как представителя у нас индустрии, также ли в основном все проекты имеют краткий горизонт планирования и должны заканчиваться чем-то, что будет? Так, Екатерина, видимо, от нас отключилась, судя по статусу в чате. Значит, мы этот вопрос немножко позже зададим. Екатерина, вы с нами? Да, теперь с вами. Хорошо. Я так понимаю, что вы нас скоро покинете, но вот пока этого не произошло, здесь есть животрепещущий вопрос, который мы только что обсудили с Романом. Роман поделился опытом, что в их учреждении все работает не совсем так, как в привычном академическом, в том плане, что сказать, что наш продукт — это статья, которая там, может быть, дай бог, через 10 лет к чему-то практическому приведет, это неправильно. Нужно дать какой-то продукт, который будет реализован ну, в узком горизонте планирования, то есть там 2-3 года. Вот у вас в компании это также обстоит или все-таки есть какие-то более долгоиграющие, более визионерские проекты? У нас есть как задачи, связанные непосредственно с продуктом, который нужно сделать там в течение недели, месяцев, да, удовлетворить там целям, соответственно, удешевлению продукта, там, уменьшение времени и так далее, и тому подобное. Вот. Но есть и задачи чисто R&D-шные, в которых может получиться, может не получиться. И здесь какая польза получается от компании, что в таких
проектах мы, с одной стороны, тратим ресурсы, да, в проекты, у которых непонятный выхлоп, но часто в таких проектах этот выхлоп может быть, как сказать, там, достаточно серьезный, да, и принести больше бизнес-вэлью, чем такие вот стандартные задачи, да, рутинные. И что здесь может быть? Здесь могут быть какие-то вещи, связанные, например, с разработкой новых тестов. Например, мы знаем, да, что в области есть конкуренты, у которых есть определенные параметры у их теста. Соответственно, мы как коммерческая компания хотим иметь конкурентное преимущество, поэтому нам нужно выделить тот момент, в котором мы конкурентов будем превосходить. Да, и это может быть либо какой-то специфический анализ, который никто не делает, это может быть какой-то более крутой параметр для теста. Да, например, мы можем находить какие-то события более точно или, наоборот, более чувствительно, чем конкуренты, делать это там за меньшее время. И тут, поскольку как бы никто этого не делает, это не потому, что там все остальные вокруг тут дураки, а как раз потому, что может получиться, может не получиться, никто не знает. Вот. Но если это выгорит, то, соответственно, компании будет большая польза. И вот как пример, да, она может, соответственно, иметь конкурентное преимущество перед другими компаниями в таких вот проектах без определенного, да, там, заранее известного результата. Спасибо большое. То есть получается, что всегда есть некоторый баланс между чем-то краткосрочным и чем-то, что является, ну, своего рода игрой, там, гэмбл с большими ставками. А вопрос от Георгия еще один, следующий. Я его адресую Егору Юрьевичу. Вопрос очень практический. Как составляется трудовой договор, по которому зарплата должна оплачиваться из гранта? Такой вопрос совершенно юридический. Трудовой договор составляется следующим образом. Ну, просто поскольку грант – это некая добавка к тому, что вы имеете обычно, если вы сотрудник научного или учебного заведения, то, соответственно, это зависит от того, ну, аспирант не сотрудник, на него составляется договор гражданско-правового характера, так называемый. То есть, грубо говоря, договор на выполнение конкретной работы. Ты должен зарезать 30 крыс, посеять 100 тысяч клеток там, и снять 500 изображений на конфокальном микроскопе. Вот, и за это ты получишь там 100 тысяч рублей. Соответственно, ну, при этом человек может вообще даже не быть сотрудником этого учреждения, быть сотрудником другого, или быть студентом, или быть аспирантом и так далее. В случае, когда сотрудник уже является действующим сотрудником, то есть имеет трудовой договор постоянный с организацией, то это происходит в рамках надбавки к его основной зарплате. Руководитель просто в какой-то... То есть на него фактически отдельного договора, что ты вот делаешь вот это за вот эти деньги, нет. Это устная договоренность с руководителем, которую он потом выполняет в виде надбавок к зарплате. Вопрос в эту тему от меня. Немножечко так животрепещущий. А в этой схеме очень многое опирается на устные договоренности. Как тогда обеспечить сотруднику некоторую степень защищенности в этом вопросе? Гарантии. Делается ли это как-нибудь? Если как-то делается, то как? В случае с договором, не ГПХ-шным договором, никак. Сотрудник вот должен поверить руководителю. Ну, то есть в моем случае, опять же, поскольку тут некий баланс, то есть вот этой самой бюрократической волокиты для руководителя и интересов сотрудника. То есть, грубо говоря, я эту надбавку могу выплачивать хоть каждые полмесяца, ну, соответственно, тогда, когда это привязано к государственным выплатам аванса и зарплаты.
но это на меня накладывает просто адскую бюрократическую работу, либо нужен отдельный лаб-менеджер, что нерационально в случаях небольших коллективов. Ну, то есть даже в моем коллективе это где-то на пределе, так сказать, окупаемости такой лаб-менеджер. Соответственно, это ложится, ну, или на руководителя, или на того, кто выполняет эти функции. Поэтому, ну, а обратная ситуация, когда руководитель говорит, ну, вот, там, в конце года тебе всю сумму заплачу, там, огромную, но в конце года, а ты дальше вот ее должен будешь еще следующий год растягивать, что, естественно, неудобно для сотрудника. Ну, вот поэтому такой какой-то баланс руководитель, видимо, должен соблюдать, исходя из интересов подчиненного. Но со стороны подчиненного, к сожалению, для него никак, кроме устных договоренностей и обещаний руководителя. А насколько в нашей стране распространена схема, которая применяется часто на Западе, что под полученный грант открываются, ну, по сути, внебюджетные ставки с фиксированной ежемесячной оплатой, которая берется как раз из этого гранта, и, по сути, руководителю делать ничего не нужно, нужно делать бухгалтерию института? Ну, схема такая есть. Насколько я понимаю, это очень сильно зависит от организации. Поскольку, как вы правильно сказали, это ложится на бухгалтерию и отдел кадров, то это будет зависеть от них, насколько они хотят на себя вот это взвалить. Ну и опять же, поскольку, ну скажем, в нашей организации, я знаю, что там даже в рановских организациях уже немножко по-другому, базовый оклад — это довольно скромные суммы. Вот Роман говорил, что у них все классно, а вот у нас все в этом месте не классно. Вот, то как бы это, ну, это даст некую гарантию, конечно, человеку, но очень такую, опять же, небольшую и, ну, не то что эфемерную, но это вот именно больше такая символическая, скажем, будет вещь, чем реальная страховка от того, что руководитель поведет себя нехорошо. Спасибо большое, Роман. А вот у вас в учреждении, рядом с ним, как эта ситуация решается? Работали вы вообще на грантовые деньги? Ну, мы работаем, но у нас основное все-таки этот самый статья доходов – это госзадания. То есть мы их там пишем так же, как гранты, на 3 года в среднем, но это совершенно другие деньги, то есть это они на порядке превосходят. Вот. Под это все нужно как раз огромное количество бюрократической бумажной волокиты, то есть я закладываю, какие мне ставки нужны, в каком объеме, полностью их функционал. То есть здесь как раз сотрудник защищен очень хорошо. И возвращаясь к вопросу о том, как это идет увольнение, он и трудовым договором защищен очень хорошо, трудовым законодательством нашей страны. Поэтому, да, мы сейчас... И далеко не всегда эти сотрудники этого достойны, разумеется. Поэтому мы вот сейчас не заключаем, например, бессрочные договоры. В смысле того, что мы тебя берем вот просто на работу. Да? Мы заключаем договор только на год, и потом мы его либо продляем, либо не продляем. Потому что это единственный способ, по сути, безболезненного расстаться с сотрудником. Вот. То есть, опять же, в том числе за счет моей там крови и пота, наши сотрудники защищены очень хорошо, и их усилия ценятся и нужным образом оплачиваются. Спасибо большое. Мне кажется, очень любопытные и интересные инсайды в то, как оно работает в разных местах. Я все больше начинаю завидовать Роману. У него все организовано как-то значительно правильнее, чем у нас в науке. Начиная от постановки конечной цели и тому, как это оплачивается и организовано. Чтобы не нарушать структуру нашего обсуждения, есть прям совсем только что возникший вопрос от интересующего, а чем такая штука, как госзаказ, отличается от гранта? Особенно интересно в отчетности. Я так понимаю, что это мне. Но это не госзаказ, а госзадание. По сути, во-первых, это конкурс тоже. То есть вы подаете очень тщательно, нужно на самом деле, продуманную заявку. И учитывая, опять же, что это ДЗМ, эта заявка должна включать в себя
во-первых, обоснованность проведения этой всей работы, во-вторых, она практически должна гарантировать, что эти деньги, деньги серьезно немалые, они не пропадут на какую-то просто вот реализацию чьих-то амбиций научных, что это будет конкретно полученный продукт. И давление, на самом деле, серьезное в этом отношении. Чем отличается главным образом по отчетности? Тем, что грантовые конкурсы, там вам говорят условия, то есть нужно там написать столько-то статей, там, первого квартала и так далее, и тому подобное. Здесь вы сами заявляете, что мы напишем столько статей таких-то, мы напишем столько статей таких-то, вот скопус, столько будет методических рекомендаций, столько патентов и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, здесь есть определенная свобода в этом всем, то есть, с одной стороны, попроще, с другой стороны, намного сложнее, потому что продукт требует, продукт готовый уже к внедрению, и, собственно говоря, сейчас мы пишем отчет о трехлетних вот этих вот работе по НИИ, по вот госзаказу, по скрининговым исследованиям. У нас 3 года назад были четко прописаны те результаты, которые мы должны предоставить. Сейчас мы, собственно говоря, их и описываем. Именно вот уже в категориях внедрения в практику, как это все было проведено. Спасибо большое. Движемся дальше. У нас был вопрос от Анны. Он несколько уже застоялся, поэтому, надеюсь, Анна все еще с нами и получит на него ответ. Анна интересовалась моментом подбора членов коллектива, и она спрашивает, насколько распространена стратегия, когда научный руководитель вообще не проводит никакого отбора и по факту берет всех подходящих студентов, которые сами затем отсеются. Вот первый вопрос, насколько такая стратегия вообще распространена? И второй вопрос, какие в этой стратегии есть плюсы и минусы? Вот, Егор Юрьевич, вам знакома такая стратегия? Ну да, стратегия в некоторой степени знакома. Я не видел, конечно, чтобы она была где-то реализована вот исключительно как она одна. Но это очень энергозатратная стратегия для коллектива, вот, собственно, и ответ. Потому что естественный отбор, конечно, произойдет, но он в процессе съест кучу ресурсов лаборатории, как временных, так и ресурсов других сотрудников, которые будут с этими студентами возиться, может быть, зазря или и так далее. То есть это просто очень энергоемко, и лучше потратить некоторое количество времени и сил на отбор, чем устраивать отбор естественный. Роман, как у вас обстоят дела с подобного рода идеей о наборе студентов? Кто-нибудь, может, вокруг так делает, или это вообще не практикуется, и вы согласны с Егором? Нет, у нас, да, у нас есть практика, вот, собственно говоря, вот стажировки, но мы все-таки действительно, потому что нам приходится, еще раз, у нас, мы очень ответственны за результат, поэтому нам приходится обучать, разумеется, это огромные усилия вкладываются в обучение людей, которые к нам приходят, и эти огромные усилия мы не хотим тратить впустую, то есть мы хотим надеяться, что этот человек, во-первых, будет стоить того, а во-вторых, что он у нас останется, и поэтому тут действительно я согласен полностью с Егором Юрьевичем, что слишком ресурсозатратная будет стратегия перебирать вот всех. У нас нет на это ни времени, ни сил, ничего нет. Спасибо. Мне кажется, мы дали ответ на вопрос Анны. Надеюсь, Анна... Просто мне показывается, что она как будто бы не с нами в аудиорежиме, но надеюсь, что она сможет потом записи прослушать и этот ответ получить. У нас есть вопрос от Ивана. Какую роль в успехе ученого, именно как ученого, приписка, играют навыки планирования и организации работы? Можно ли быть успешным ученым-специалистом без софт-скиллов? Егор Юрьевич, можно ли таким быть, как вам кажется? Я отвечу так, к сожалению, можно. Я считаю, что это неправильно и не должно быть, но жизнь показывает, что, тем не менее, люди без таких навыков иногда получают желаемое. А что имеется в виду? Имеется в виду, что есть люди, которые занимают какие-то ставки, позиции, делают хорошую научную работу, но при этом не обладают софт-скиллами и плохо планируют, плохо организуют свою работу. Да, да, именно так. Это вот то, почему я завидую Роману, потому что у него, видимо, это невозможно.
Роман, следует ли вам завидовать в этом плане? Если у вас Здесь мы, мне кажется, можем вернуться немножечко вот назад к вопросу. То есть есть разница в карьере именно ученого, который что-то сам делает. Да? Таким людям можно быть без каких-то софт-скиллов особенных. Но ключевое, мне кажется, требование именно к позиции менеджерской – это наличие этих софт-скиллов. Это основная часть работы менеджера вообще, общение с людьми. Если вам это не нравится, если вы не готовы этим заниматься, то лучше в менеджеры вообще не идти, потому что это реально, это 80% времени – это просто общение, это переговоры, это встречи, и как бы вот личные, опять же, какие-то научные проекты придется либо делать как-то так по ночам, либо передавать своим подчиненным. Ну, в общем, на это времени практически не останется. Спасибо большое. У нас исчерпались вопросы из зала. Пока мы ждем новые, я думаю, что мы постепенно мигрируем к следующему блоку, а именно поговорить именно про сами проекты. Мы так вот уже начали с подачи Ивана про это говорить. И здесь я вкину вопрос от себя. Вопрос адресую Егору Юрьевичу. Как у вас бывает чаще в вот академической среде с большим количеством студентов, ученых, как на стабильных ставках, так и нет, когда вы продумываете научный проект, как чаще бывает, что вы проект придумываете под уже существующую команду, либо вы рассчитываете, что вы команду наберете под идею проекта? При нынешней организации финансирования и, ну, вообще, вот так как у нас в данный момент организована наука, много где, как я понимаю, почти 100% это проект под команду. Слишком неповоротливая машина, слишком вот эти все ставки и прочее. Очень сложно варьировать этими параметрами, очень сложно набирать команду, очень сложно распускать команду, когда проект закончился, поэтому почти всегда вариант проект под команду, под навыки команды. Тогда у меня есть вопрос такого, в таком роде, follow-up. Если стоит как бы, более разумная стратегия, это придумывать, что на текущий момент существующая команда способна решить, не упирается ли это в проблему с тем, что многие ее члены могут быть непостоянными, потому что они могут быть студентами, аспирантами, и пока проект был придуман, пока они были в команде, а потом они из команды исчезли, что делать с проектом? Ну да, такая проблема есть. Ну, собственно, поэтому мы все стараемся держать некое ядро, более-менее держащее, так сказать, базовые методологические и там, интеллектуальные навыки команды, которые могут обрастать вот этим флуктуирующим внешним слоем студентов и аспирантов. Ну, в целом, да, такая проблема есть. Ну, я же не говорю, что вообще невозможно набрать команду под нужные задачи. Но просто это сложно, и делать это вот единственным путем нерационально. Но, в принципе, если вам что-то нужно, то можно постараться найти там аспиранта или постдока с определенными навыками, которых в команде нету, и устроить его на ту же внебюджетную ставку, которую там никто не запрещает, просто тяжело, но возможно. Вот, то есть оно возможно его реализовывать, только сложно это делать единственной стратегией. Спасибо. А, Роман, после ваших предыдущих ответов могло сложиться впечатление, что у вас все по-другому устроено, и вы как раз-таки пытаетесь сначала придумать большой проект, а потом под него нанять именно тех нужных сотрудников, которые вам нужны. Так ли это, или на самом деле все несколько хитрее? Ну, на самом деле нет. Я полностью согласен с Егором Юрьевичем. В любой компании, мне кажется, какой бы она там ни была, есть какое-то ядро сотрудников, с которыми вы не готовы расставаться ни при каких обстоятельствах. Это основные исполнители. И, разумеется, вы придумываете проекты с учетом их сильных сторон, в первую очередь. Можно, конечно, добирать, но, опять же, вот мой личный опыт
набора персонала. Я уже просто, когда мне присылают очередную папку вот этих вот резюме из отдела кадров, я даже их перестал смотреть, честно, потому что, ну, это какая-то потеря времени, по сути. То есть найти действительно хорошего сотрудника, который действительно готов сразу начинать работать, это какая-то прям невероятная удача. Это уникум. Поэтому да, вот точно то же самое, что Егор Юрьевич сказал. Получается, тогда на руководителя ложится очень большая ответственность и головная боль за удержание этой коровой части. И можно вполне, наверное, предвидеть ситуацию, что в какой-то момент ресурсов может просто не хватить, чтобы всех удержать. Сталкивались вы с такими проблемами? Как вы выходили из таких щекотливых ситуаций? Ну, слава богу, не сталкивался, но... Хотя нет, наверное, сталкивался. Собственно, бывает, что очень ценные аспиранты, они все-таки уходят, потому что ставок нет. Ну, то есть, что есть у нас? У нас есть, собственно, те самые базовые ставки, которые очень небольшие и финансируются как раз из госзадания. Просто оно реализовано не так замечательно, как и как должно бы реализовываться всегда, оно реализовано как скорее вот именно такой зарплата за то, что вы есть, а не за то, что вы сделали. Вот. Но зато она позволяет держать какое-то вот ядро людей, опять же, которые согласны на такие условия, что они там могут какое-то время получать только базовую зарплату без дополнений с грантов, а потом начать получать нормально или даже больше. Вот это позволяет буферить. Но, безусловно, бывает, что вот там очень ценный аспирант, которого бы очень хотелось оставить, его просто некуда взять, потому что вот такие ставки закончились, а грант сейчас или его нет, или он тоже там в данный момент забит, ну, в смысле, финансы распределены. Вот. Ну, слава богу, это бывает не очень редко, не очень часто, потому что... Ну, наверное, потому что ядро держится, а дополнительных задач, так, чтобы прям вот совсем гранты пропали, их нету. Не было таких ситуаций. Ну, но это вам решить ее никак невозможно. Да, следствие того, что вы как руководитель справляетесь с тем, чтобы всегда были гранты, всегда были проекты. Ну да, потому да, это, собственно, ответственность. Некоторая ошибка выжившего в том плане, что все получается, все хорошо. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Я какое-то время, получается, перехватил микрофон и вот тут закидываю. Если вопросов вот около этих тематик нет, то у нас постепенно занятие подходит к концу. У нас осталось буквально 10-15 минут, после которых нам нужно будет уже перестать мучить экспертов и их отпустить. Я предлагаю воспользоваться этим временем, чтобы, возможно, задать вопросы не под запись, которые, если у вас есть, и вы сам стесняетесь, и, конечно, если эксперты согласятся на них отвечать. Давайте мы сейчас так сделаем. Я тогда скажу, что на этом моменте у нас три тематических блока завершены. Большое спасибо за участие. На этом моменте запись кончается. Надеюсь, вы потом ее посмотрите, послушаете, она покажется вам интересной. А те, кто, собственно, только в записях наши занятия посещает, к этому моменту, надеюсь, получили ответы на вопросы, которые, возможно, даже не хотели задавать, но эти ответы оказались вам полезными. Так, у нас есть еще один вопрос, который, скорее всего, все еще под запись, потому что я не вижу в нем ничего такого каверзного. Насколько научный руководитель ответственен за выданный проект на аспирантуру? Анна, что вы имеете в виду, как бы, что значит ответственный? Я думаю, нам это... У меня есть собственное понимание, как текущего аспиранта, что значит ответственный. Но, возможно, я понимаю это не в том плане, в котором вы понимаете. Так, ждем некоторого раскрытия. Я смею предположить, что это кто придумывает тему работы, насколько я понимаю. И это у нас тоже. У нас же тоже есть аспирантура, и для нас это тоже такая важная проблема, потому что наши сотрудники с этим мучаются, ибо есть список людей, которые готовы быть научными руководителями, но они уже подключаются в конце, когда работа сделана практически.
Вот. И кто должен ее придумывать, они совершенно не представляют себе, учитывая, что это медики, опять же, у них, как правило, модель поведения. Вы мне скажите, я сделаю. Вот. Здесь проблемуська, проблемуська. Я так понимаю, что она не только здесь такая. Вот у меня есть некоторое мое понимание вопроса, потому что он в целом злободневен и очень животрепещущий. А такой вопрос, то есть я вот этот же самый вопрос задаю, но от себя немножко перефразировав. А должен ли научный руководитель аспиранта, учитывая, что аспирантура — это вот нечто странное между работой и все-таки ступенью образования, а придумывая проект, сразу закладывать то, что этот проект в принципе выполним? Потому что научный руководитель своего рода несет ответственность за 4 года жизни и работы аспиранта, и может так выйти, что проект был фантазией, которая не имеет ничего общего с реальностью. Вот, на ваш взгляд, должен ли научный руководитель брать на себя ответственность, некоторые гарантии того, что то, что он придумал, не бред? На мой взгляд, должен. Но я знаю достаточно случаев, когда руководитель считает, что аспирант должен проверить его гипотезу, а что там будет в конце, его не очень волнует. Но, видимо, это опять же зависит от руководителей. На мой взгляд, он берет на себя обязательно ответственность, и я стараюсь брать на себя ответственность за то, что в том или ином виде задача будет аспирантом решена, и у него будет некий конечный результат не в виде того, что нет, гипотеза не подтвердилась. Спасибо. А здесь есть вопрос от Георгия, однако, к сожалению, Екатерина нас уже покинула, у нее был ограниченный слот времени, когда она может быть с нами, поэтому мы, я думаю, можем перенаправить этот вопрос, я ей могу написать, уточнить ее мнение. Вопрос от Георгия был, насколько важна научная степень в коммерческих организациях. Коллеги, если у вас есть на этот вопрос мнение или ответ, вы можете его сказать, и после чего мы перейдем к финальной стадии, уже не под запись, буквально пару вопросов, после чего разойдемся на сегодня. Как вам кажется, Роман, Егор Юрьевич, вне науки степень вообще нужна? Нет? Как с ней быть? Ну, у нас это непосредственный повод для повышения сотрудника. То есть там с младшего научного до старшего научного все это только за счет степеней происходит. Вот. Так что да, важно. Ну да, но да, все-таки у вас не совсем компания, ну и да, не совсем типичная академия. Но я могу Георгию ответить по своему опыту, например, поиска вакансий в разных конторах, там, Roche, Genentech и прочие вещи, которые на слуху. А зачастую степень будет перекрывать с собой требование иметь какое-то количество лет выслуги. То есть либо вы показываете бумажку степень, либо вы говорите, что у меня есть подтвержденные 5 лет опыта работы в этой области. Окей. Спасибо большое всем за участие. Мы заканчиваем в этот раз уже точно запись.